Всем привет из Нальчика, из санатория Долинск. Продолжаю вам полезную информацию давать, да, о том, как здесь отдыхается, как здесь лечат, что находится поблизости. И сегодня мы с вами поговорим о том, как добраться в город отсюда, из этого санатория. Спрашивали, насколько далеко, на чем можно доехать и так далее. Вот я сейчас стою около первого корпуса этого санатория. И если повернуться вот туда направо и дойти до конца территории, там будет конечная остановка 33-го автобуса, который едет в город и проезжает очень большое расстояние, да, как говорят, можно на нем целую экскурсию по городу совершить и так далее. Но проблема в том, что нет расписания у автобуса. Ни на остановке вы его не найдете, ни в интернете, и вообще никто не знает, какой ходит. Сначала вроде говорили, что должен ходить через полчаса, но мы ждали, бывало, и час, и больше, и в общем не очень понятно. Вот, значит, можно вызвать такси, доехать до центра города на такси. И вот там тогда очень удобно на эту остановку. А вот если повернуться налево и выйти как бы в дальние ворота, то пройти там нужно немножко дольше. Вот, и попадаете вы на так называемый круг, где несколько автобусов останавливается и маршруток, в том числе и 33-й тоже там же проходит, он с этой вот своей конечной едет туда. Вот, то есть там больше шансов быстрее уехать в город. Вот туда мы идем. И сегодня, посмотрите, как повезло. Автобус, вот он. Не успел я выйти за ворота. Вот вы видите, что автобус современный. Значит, возле водителя находится валидатор, к которому можно приложить банковскую карту и спишется стоимость поездки. Это 13 рублей. Но я часто видела объявление на кабине водителя висит о том, что, извините, валидатор не работает, платить надо в наличку, и стоимость уже 20 рублей повышается. Два раза у меня был случай, когда, несмотря на то, что вот это объявление висит, я там не заметила, приложила, и валидатор сработал. Так что вот этот момент учитывайте. Следующая остановка – это вот то самое кольцо, как они здесь называют, до которого можно дойти из санатория, если выйти с другого конца, и где есть больше вариантов доехать до центра города на автобусе или маршрутке. Сейчас мы проезжаем Козий рынок, знаменитый этот рынок с вязаными вещами, от которого до нашего санатория буквально тут 10 минут пешком. Вообще санаторий Долинск очень удобно расположен, потому что его территория буквально граничит с большим курортным парком, и ну, 2-3 остановки начинается уже город, магазины недалеко до центра. И, кстати, если не на автобусе, то можно просто даже пешком дойти и вот до центра города. Мемориал жертвам репрессий болгарского народа. Это как раз вот парк начинается напротив, этот огромный Таджикский сад. И вот водолечебница новая, большая тоже, куда можно ходить, принимать процедуру. Остановка так и называется — водолечебница. Я сижу с левой стороны по ходу автобуса и смотрю в окно. И правда получается экскурсия по городу. Это вот местное телевидение. Кабардино-Балкария. Россия-1. А с правой стороны все продолжается еще парк. Вот такой он огромный. Это вот уже такие современные постройки. Здесь вообще в этом районе идет очень большое строительство.
Поездка на городском автобусе в Нальчике очень напоминает поездку на маршрутке. В плане того, что водитель может остановиться в любом удобном для вас месте, даже если там нет остановки. И точно так же, когда вы идете вдоль дороги и видите, что едет автобус, вы можете проголосовать, и, как правило, автобус остановится, и вы сможете сесть. Смотрите, молодая мама с двумя детишками проголосовала, водитель остановился, и они сели. Остановки здесь нет. Дворец культуры профсоюзов. Смотрите, какой огромный мы проезжаем. Я вам, конечно, не буду показывать всю дорогу, но какие-то такие вот достопримечательности, конечно, мы посмотрим. Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской республики. Это жилые дома такие у них тут. Местные жители очень доброжелательные, всегда подскажут, как куда-то проехать, на какой остановке нужно выйти, чтобы попасть в нужное место. Я так понимаю, наследие 50-х годов. Это грандиозное здание, бывший Дом Советов. Сейчас здесь находится правительство Кабардино-Балкарии, и называют его Белый дом. А это вот хрущевки местного образца. Туман все усиливается. Очертания местного музыкального театра расплываются. Здесь есть русский театр и есть национальный театр. Парламент республики КБР. Там здание парламента, переход прямо вот в этот дом. Живут они, что ли, здесь. Железнодорожный вокзал остается справа, его не видно в окно. А напротив, тут такой небольшой скверик, а за ним будет зеленый рынок. Это главный рынок города Нальчика. Вот эта остановка рынок, нужно вот там по улице пройти до входа в него. Люди с маршруток устремляются на рынок. Вообще местные говорят, что... О, какие домишки! Что они ездят за вещами в Пятигорск, это получается вообще намного дешевле. Нальчикский молочный комбинат, молоко из Прельбруссия. Проехали. Ой, как жалко. Храм Марии Магдалины скрыт туманом, и его невозможно как следует рассмотреть. Храм был построен в 2016 году. Это самый большой православный храм в Кабардино-Балкарии. И назван в честь святой покровительницы Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного. Проезжаем и подробнее подсказывают, но не очень видно. Занимаются сюда, наверное, ходят, да, детки? Да. И на 9 мая скачки постоянно. А вот там напротив конный магазин «Чемпион». На следующей остановке будет рынок «Стрелка» и, собственно, конец маршрута 33-го автобуса. Полчаса где-то я проехала по городу и увидела много интересных достопримечательностей Нальчика. Обратно еду на маршрутке. 25 рублей билет стоит. До санатория она едет несколько другим путем, и поэтому я смогла еще увидеть и главную мечеть города Нальчика, тоже новую, которая была построена в 2004 году. Всем пока и до новых встреч в новых видео.